Администрация городского округа Химки проводит тематические встречи для жителей разных возрастов. В спортивном центре «Планерная» прошла встреча тренера молодежной сборной России Елены Стикиной с любителями верховой езды. Она рассказала о вольтежировке в конном спорте. Это дисциплина, где пара или группа спортсменов выполняют гимнастические и акробатические упражнения на лошади. При этом животное движется по кругу шагом или галопом. Именно под шаг лошади. Да. Раз, два, три, четыре. Да. Да, и это иногда возникают с этим проблемы, особенно на галопе, потому что трехтактный орел, и он разной интенсивности, да, вот частота бывает разная. Одна частота галопа у Граса, и там другая у Назир, если она в ударе. Да, вот надо это все равно отсчитывать, все равно там, 4 там посчитать. Подобные мастер-классы проходят в городском округе часто. Полная информация на официальном сайте администрации городского округа Химки.